каждого из нас однажды появляется огромное любопытство заглянуть вот за эти тайные двери, где проводятся эндоскопические исследования. Но не у каждого из нас такая возможность есть. Сегодня нам представилась такая возможность, и давайте сделаем это вместе. Сейчас мы находимся в больнице Memorial Hospital, в кабинете эндоскопии, где делаем мы процедуру в системе Olympus EVSEXER 2 GV160. Эта система состоит из монитора, из видеосистемы и аспираторного аппарата и рабочего инструмента. Этот аппарат дает нам возможности при диагностике и при лечении заболевания желудочно-кишечного тракта. И именно из-за полых органов это считается пищевод, желудок, 12-перстная кишка и толстая кишка на всем протяжении. Она ранее применялась только для диагностики в старых-старых временах. Сейчас в данный момент мы его и пользуемся для лечения некоторых патологий желудочно-кишечного тракта. Вот этот, например, это гастроскоп, состоит из рабочей части, из рабочего канала и рабочих джойстиков. Здесь у него есть и камера, и холодный свет, поток холодный свет подачи, и инструментальный канал. То, что мы можем сделать с этим аппаратом, для него нужно будет вспомогательные аксессуары. Это то, что здесь лежит, это часть аксессуаров, которыми мы пользуемся. Например, это эндоскопический инъекционный, это, как можно сказать, эндоскопический шприц. У него в конце имеется игла, и мы можем туда вводить, через инструментальный канал его проводим. И через под наблюдением, под контролем камеры мы будем вводить какие-нибудь лекарства внутри органа. Это стенты, которые нам нужны при стентировании желчевыводящих путей. Это у нас полипектомическая петля. Мы можем и с помощью этой петли удалять полипов с желудочно-кишечного тракта. Это у нас эндоскопическая нож, то, что мы делаем папилосфинктеротомии. Это тоже сюда входит, это проводник, что мы под контролем проводника попали в желудочный, этот имеется в виду общий желчный проток. Так, это у нас корзинка Дормия, так и называется. Она помогает нам для удаления камней из желчных путей. Это у нас биопсионные шипцы, с этим мы можем взять биопсию органа изнутри, если увидим какие-нибудь образования. Это тоже у нас эндоскопический нож, это используется для папилосфинктеротомии. Это у нас баллон-дилататор диаметром 1 см. Это поможет нам расширить структуру желудочно-кишечного тракта, чтобы проходимость восстановить. Это датчик, сколько бар мы даем и под каким давлением мы расширяем эти структуры желудочно-кишечного тракта. Это специализированный аппарат именно для этой системы. Какие же заболевания можно лечить с помощью эндоскопа? Начнем с острых состояний, например, с кровотечения желудочно-кишечного тракта. Основная процедура при таких состояниях – гастроскопия и колоноскопия. Раньше в случае желудочно-кишечного кровотечения делали вскрытие, лапаротомию и гастроэктомию. Изнутри искали источник кровотечения и перевязывали кровоточащий сосуд. Сейчас эту процедуру делают с помощью эндоскопа и можно наложить специальные клипсы и прижечь сосуд коагулятором. С помощью эндоскопа можно также, не вскрывая органы, извлечь инородные тела. Эндоскоп используется при онкологических заболеваниях с целью ранней диагностики и лечения рака на ранних стадиях заболевания. Профилактические колоноскопические процедуры, которые выполняются с целью обнаружения полипов, снижают риск развития колоректального рака в толстом кишечнике до 70%. При обнаружении рака на самых последних стадиях его очень трудно излечить, и все хорошо знают об этом и боятся. Но эндоскопия – самый надежный, качественный и безопасный метод исследования и лечения. После каждого эндоскопического исследования мы проводим дезинфекцию и обработку гибкого эндоскопа. Мы предварительно очищаем здесь эндоскоп, мы обрабатываем специальными химическими растворами,
И после обработки кладем именно специальные растворы, чтобы заражение вирусными гепатитами, бактериями, различными заболеваниями не было. И после каждой обработки мы высушиваем аппарат и кладем в специальный шкаф для хранения эндоскопа.